И я грызу, правда. Хорошая. Я вчера на суп не сдаю. А там кого-то что? Ну, спасибо. Можно тогда еще книжку подарить мне? Возьмите. А вы подходите. Я к вам подходила. Спасибо, Христос.
Читайте только, пожалуйста. Если оно у вас есть, читайте. Сколько Евангелий раздаем по благословению патриарха Кирилла. Вот здесь вот сайте есть в интернете. Вот по жирной шрифту. И сколько раздаем Евангелие по благословению. Если что, можете подарок кому-то взять. Да, дайте подружки. Сейчас, спасибо, Господи. Еще так вам? Спасибо, Господи. Во славу Божию. Давайте, помоги вам, Господи. Отлично. Молодец какая. Надо же, Господь посылает по молитвам, чтобы кто-нибудь и спасется. Кто-нибудь и спасется. А? Евангелие. Святое Евангелие. Бесплатно раздаем благословение патриарха Кирилла. Весь день мы раздаем. Дарите, пожалуйста. Есть у вас молодые. А это отдадите, что у вас есть, молодые. Есть кто-то, внучки там? Остальные у меня внуки. Одному 25, другой 20. А еще есть визитки? Нету. Нет. Вот визитка одна, больше нет. А куда это визитка? А это адрес в интернете. Они зайдут, они это в лед. Молодежь разбирает это.
Это пожилые люди, видно, как-то так. Спасибо. А молодежь это вообще с удовольствием. Хорошо. Специально патриарх сделал для того, чтобы мы своими глазками такими незрячими могли видеть. Да? Посмотрите, какой жирный шрифт. Видите? Откройте. Нет, вот так, смотрите. Смотрите, какой жирный шрифт. Видите? Я видела, когда вы открывали. Да. Ага. Хорошо. Сейчас бесплатно их это, только по воскресеньям вот мы расходим, ходим и раздаем. Бесплатно. Ладно, спасибо. Извините, пожалуйста. Читать, даже если вы что-то недопонимаете, просите, Господи, открой нам. Просите, потому что вы в руках держите Евангелие. Выше его ничего не бывает. Евангелие – это благая весть. Он пришел принести вам весть, что он за нас умер на кресте. Поэтому я знаю, он миленько, имеет право спасать. Курсах, был из этого Кембриджского университета, был профессор. Кто это распространяет? Церковь? Вот это наша церковь. Да. Ну, я была на курсах, и там говорили в Америке, как они, в общем, все. Это было на курсах, это было лет 15 назад. Так что это я знаю. Что? И у меня есть путеводитель по Библии, давал нам из Америки. А храм ходите? Храм ходите? Хочу, ну, как вам сказать, свечки поставить, помянуть кого-то. Отпевали деда, ходила это там. Так. Это так, да. Потому а что так, интеллект вот, у вас есть, вы это, но у вас нет веры. Такой, чтобы вы ходили в храм, чтобы ваше сердце радовалось, что вы будете со Христом не в аду, а в раю у себя. Придите ко мне, возрождающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Я знаю, вот отчина знаю, очень люблю молитву. Знаю, что вот отчина, если мне плохо, я 9 раз читаю, и мне получится. Так что, видите, Господь вас слышит. Так что вы постарайтесь храм посещать, потому что без церкви нет спасения. В церкви вы найдете спасение. Церковь, она будет до антихриста стоять.
она будет всегда спасать. А если не будете туда ходить, а дома он вас сатана, он вас погубит и вас затащит. Так вот, в войну бомбили немцы, я на Украине жила, в Волынской области. В первый день войны немцы были уже у нас. Церкви не бомбили. Вот церкви прятались мои родители. Спасались. Все спасались в церкви. Почему немцы бомбили? Не бомбили церкви. Потому что они тоже были. Они тоже православные. Нет, были. Ну да, христиане, католики. Да? Да. Они не бомбили, потому и не бомбили. Костёл разбомбили, а этого... Ну, костёл, ну, в принципе, костёл-то тоже же католический. А вот костёл разбомбили, а церкви нет. Почему, не знаю. Православные нет. Потому что самое, что у нас есть, народ у нас истрадавшийся, народ наш много перенесший, народ нас всегда в каком-то изменении. А Господь говорит, да я же за вас, я пришел для вас, я умер за вас на кресте. И вы ко мне обращайтесь, я ваш, я вас сюда послал. Я за вами слежу, я смотрю, как вы себя ведете. Он никого насильно не зовет. Ну вот, а мы, конечно, можем вот так сказать вам, а вы или примете, или откормите, выберете или сатану, или Христа, или антихристом Христа. Сами же выбираете, правильно? Свобода выбора. Ну какую-то, скажите, Христову. Есть силы. Да. Ну какая-то. Вот у меня сестра, смотрите, 5000 километров в Украине. Мы с ней общаемся по скайпу. Я ее вижу, она меня, я ее слышу. Кто дал такой ум, что люди такое придумали? А вы прямо текстом говорите, творец неба и земли. Творец. Как и называете? Ну, что он сотворил небо и земли? Дима работает. А забыла, как фамилия Дима в церкви. Вот люди боятся. А кого боятся-то? А никто же в тюрьму не садит за это, никто, правильно? Да, и просто память надо тренировать, надо читать. В день, минут 15-20, надо... Вот, и читайте только вот это. Читайте вот это. Крупным шрифтом и все. Это четыре Евангелия, представляете? Визитку дала ты? Она про скайп сказала. Сказала про скайп. Я по скайпу понимаю. Включают, я разговариваю. Я хотела просто дать адреса. Там есть, наверное. Есть, наверное. Святой Евангелие раздаю по-моему.